Евгения Александровна, да чего же скучная фигня? Это не наше с вами дело. Главное, чтобы клиенту нравилось. Идите встречайте гостей, а я взбодрю журналистов. А это кто? Это депутат Горский. А с ним, по-моему, Вадим Сафронов. Идите, принесите гостям шампанское, а то сейчас все уснут со скуки. Ах ты ж гад! Давно меня. Красивая женщина. Шампанским не обливали. Ты тебя вообще утопить мало. Утопи? Госпожа Долинская, что это было? Без комментариев. Все. Натали, ты, как всегда, меня спасла. Учись, детка, пока я жива. До твоего прихода чуть все не заснули. А тут бац, и все сразу в интернете. Клиент будет доволен. А? Угу. Ну и кто здесь гениальный пиарщик? Нет. Слушай, а ты кого-то известного обрела? Этот Вадим Сафронов, он вообще кто? Жень, ну ты даешь. Кто он такой? Сволочь, который лишил меня дома на Лазурке. У папика моего приступ был, помнишь? Ну, я-то уже думала, все. Присмотрела себе такой костюм в стиле сицилийской вдовы. Кружево, корсет. Наталья, бежи к делу. Ну, в общем, этот Вадим Сафронов папика моего спас. Сам его лично оперировал. Он как бы гениальный кардиохирург. Еще клинику свою открыл и назвал ее Сафронией в честь себя, любимого. Тоже мне павлин. Наталья, я не поняла, что ты расстраиваешься? Домик на Лазурке все равно твой, папик же тебе муж. Угу, пока. У него после операции второе дыхание открылось. И птички мне напели, что он ищет жену помоложе. Вот так и отдавай свои лучшие годы жизни. Так что ситуацию с Сафроновым я совместила приятное с полезным. Никогда бы не подумала, что этот плейбой врач. Эмилия, детка, если вы захотите уйти, я вас пойму. Вадим опять прислал какое-то сообщение, что он занят, что у него какая-то встреча. Волшебно выглядишь. И вы прекрасны, как всегда. Добрый вечер. Поправилась. Тебе идет. А позвольте вам представить, Эмилия Колобова, дочь нашего дирижера нового. Очень приятно. Взаимно. Я возьму что-нибудь перекусить. Бутерброд с икрой. Надеюсь, тут приличное шампанское. Я надеюсь тоже. Ах, эта девушка просто фея. Интеллигентная. Аристократка в пятом поколении. Я скоро смогу назвать ее дочерью. Достойный выбор. Я не думаю, что Вадим будет долго сопротивляться. Ну, а как дела у вашего Стасика? Все бегает с мячиком? Бегает. Миллионы зарабатывает. А мы в выбор сына не вмешиваемся. Ни в личный, ни в профессиональный. Шампанское. Молодой человек, ну кто подает шампанское слева? Вы же в опере, а не в трактире. Позвольте, пожалуйста. Спасибо. За хороший вечер. Ох, надеюсь. Здравствуйте, Софья Полонская. Да. Я просто очень большая ваша поклонница. Можно с вами сфотографироваться? Ну, пойдемте. Господи, как же утомляет и этот пафос. Вот ей не все равно, с какой стороны шампанское подали. А девочка хорошая. Нам бы Станиславу такую. А то таскается с этой Женей. Ну, если тебя это так сильно волнует,
Сделай что-нибудь. А я и делаю. Держи. Сколько перепостов? А упоминание бренда? Супер! Да, Натали, моя работа. Сафронов не жаловался? Отлично! Жду бонуса для любимой сотрудницы. Угу. Я, между прочим, сегодняшнего дня в отпуске. Тяжелый день намечается, Вадим Николаевич. А других не бывает. Спасибо. Этого слишком много. Ну, ты открыл пораньше. Все генетика, любимый. Жень, такая красивая девушка, как ты, должна просыпаться только со мной. Я надеюсь, ты не откажешь в чести восходящей звезде футбола. Что? Что, не нравится? Нравится. Очень нравится. Это самое красивое кольцо из всех, что я видела. Да. Да, я согласна. Так, надо сделать селфи. Нормальные люди, нет? Время 7 утра. Это, наверное, соседи, я разберусь. Что, ты болен? Тебе помощь нужна? Нет. Вы Женя, я Лёва. Нам нужно поговорить. Мальчик, ты не вовремя. Вы меня не узнали. Ничего не почувствовали. Так, это что, какой-то розыгрыш? Нет, не узнала и ничего не почувствовала. У меня нет знакомых детей. Я ваш сын. Жень, кто там?
Теперь передай тем, кто тебя подослал, что они опоздали. Станислав сделал мне уже предложение. А теперь иди. Кто это был? Соседский мальчик забыл рюкзак, теперь просит меня его подвезти. Подожди меня внизу, Леня! Так вызови такси. Нам к родителям надо ехать. Сегодня? Ну, конечно. Ты же согласилась. Надо им сообщить. Ну хорошо, я быстро его отвезу и вернусь. Ладно. Я на тренировку, а то набрал на сборах. Давай, иди в душ, я все приготовлю. Хорошо. Подожди меня во дворе. Леночка, сейчас шеф придет, и ты красишься. Вы же сказали, что шеф любит красивых женщин. Чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю, но по-человечески должна предупредить. Он не из тех мужчин, которых интересуют медсестры. А кто ему нравится? Доброго утра, Вадим Николаевич. Доброе. Доброе утро, Светлана Ивановна, Леночка. Значит, карты всех, кто сегодня будет на приеме, ко мне на стол. Уже? Леночка, зайдите ко мне в кабинет и кофеек захватите. Вот, на, выпей. Через 20 минут разогрей себе сырники, а не в холодильнике. Это ты оденешь после спортзала. В спортзал возьми с собой бананы, протеиновый коктейль, а не в холодильнике, а второй полки. Да, и не забывай пить таблетки для сердечной мышцы. Ты такая секси, когда деловая. Пусть пацан пешком у меня, да? Тебе сейчас нельзя, если ты собрался делать кардио. Слишком большая нагрузка. Все, мне пора. Окей. Вот, пожалуйста. Спасибо. Я могу сделать для вас что-то еще? Можете. Застегнитесь. И помаду яркую сотрите. Лен, я надеюсь, мне не придется вам напоминать о субординации и неуместности флирта на рабочем месте. Вадим Николаевич, вы неправильно меня поняли. Что-нибудь стильное и лаконичное. Зайду через час. Спасибо. Это кто у вас был? Станислав Хаткевич? Бомбардир? Он ваш жених? Это он вам подарил? Садись. Сама купила. Я много работаю, между прочим. Пристегнись. Я до этого только в такси ездил с мамой. И то несколько раз всего. А, так у тебя еще одна мама имеется. Вот с ней-то я и поговорю. Нет, пожалуйста. Она не знает, что я сюда приехала. Так узнает. Либо к маме, либо в полицию. Выбирай, шутник. А зачем в полицию? Я скажу, что ты меня шантажировал, тебя посадят. Ну так что, все-таки к маме? Вот только не надо слез. Про полицию я пошутила. Поедем к маме, я с ней поговорю. Говори адрес. Улица Салютная. Дом. А у вас больше детей нет? У меня вообще детей нет. Ма, привет. Ага. Мы сегодня с Женькой на обед приедем. Поговори-ка. Не по телефону. Да мне все равно, готовь, что хочешь. Мам, я не голоден, я позавтракал, все. Давай.
Привет. Какая же ты красивая. Ой, да ладно. Ну-ка, признавайся. Это все твой муж тебя балует, да? Вот сколько мы с тобой не виделись? Полгода? Ну, где-то так, да. Ну, конечно. Такая счастливая, что и про подругу забыла. На самом деле я родилась 2 месяца назад. И вернулась к отцу. И вот, прихожу в себя. Хоть начала людей видеть. Ничего себе. А недавно мне дали в свахи Софию Сафронову. Знаешь ее? София. Бывшая оперная прима, у нее еще сын кардиохирург. Точно. Да, Вадим Сафронов. Да. Это же он дедушку с того света вытащил. У дедули 2 инфаркта был, прикинь. Вадим этот ничего такой симпатичный. Да? Если честно, я его еще ни разу не видела. Кстати, о мужчинах. До сих пор сохнешь по своему футболисту? С ума сойти. И ничего не сделала, чтобы с ним сблизиться? Ну, вообще-то у нас с ним было один раз. Я-то думала, все закрутится, завертится. А тут появилась эта Женя. Теперь не знаю, что и делать. Позволь дать тебе один совет. Подружись с его мамой. Мамочки лучше всех знают, что нужно их мальчикам. И перестань носить эту футболку. Во-первых, тебе не идет цвет, а во-вторых, звезды никогда не влюбляются в своих фанаток. Кондиционер в спальне. Ой, боже. Опять ты ешь этот бекон. Это же чистый холестерин. Белый хлеб положи. Врач запретил. Коля. Куда ты собрался? Я еще не договорила. Коля. Николя. Отвези меня в торговый центр. Коля. Ты что? Вот так прям поедешь? В халате? И бриллиант? Нет, халат я сниму. Бриллианты оставлю. Это единственное хорошее, что осталось у меня от прошлой жизни. Ну, вообще-то это бриллианты моя мама. Значит, это единственное хорошее, что осталось от нее. Коля. Ну, все. Кот, ты знаешь? Угу. Поезжай с этой милой девушкой, Эмилией. А у меня дела. Какие у тебя могут быть дела? Дела. Николя, ну почему? Коль, почему у тебя никогда нет времени на жену, а? Это твой дом. Здравствуйте, скажите, а вы не знаете, где тут живет мальчик Лев со своей мамой? А что? Ну, просто они выиграли в конкурс, а номер дома у нас в базе не записан. А фамилия их у вас тоже не записана? Стой! Куда? А ну стой! Стой, кому сказала! Руки убрала от моего сына! Лёва, как ты меня напугал! Где ты был? Почему ты не в школе? Где ты был? Меня шантажировал. Вы типа не в курсе. Что? Что вы несете? Лёва! Не стыдно больного ребенка на дело отправлять? Что за бред? Кто вы вообще такая? Лёва, пойдем домой! Алло, девушка, я заберу букет буквально через 15 минут. Что с тобой, господи? Он что, у вас в театральном кружке занимается?
Лёва! Что это? Вызовите скорую. У меня нет телефона. Алло, скорая? Тут ребенку плохо, он без сознания. А, салютная... Дом 8. Дом 8. В смысле в течение часа? А если он умрет? Он не доживет до скорой, пожалуйста. У него сердце больное. Вы на машине? Подвезите нас в больницу ближайшую. Я вам покажу, где, пожалуйста. Помогите, спасите моего ребенка. Господи! Вадим Николаевич, я человек благодарный. Проси, что хочешь. Чем смогу, помогу. Нужно разрешение на строительство нового корпуса. Но у нас очереди на полгода вперед. Детское отделение открыть хочется. Это не вопрос. Я там пробью по своим каналам. Что, куда, отзвонюсь. Ты отцу привет передавай. Как он там? Да нормально. Привыкает. Мама из Италии вернулась. Скучнее стало. Понятно. Значит, здесь уже никому скучно не будет, да? Да. Как вам такой вариант? Какой-то на большой. Дорогуша, если я вас просила принести мне 48 размер, надо принести 48 размер, а не... 52-й? Извините, пожалуйста. Эмилия, я что, выгляжу на 52-й размер? Софья Павловна, вы что, максимум 44-й? Я тут нашла для вас несколько вариантов. Мне кажется, этот кардиган прекрасно подойдет под цвет ваших глаз. А вот этот на каждый день. Что скажете? Да, я всегда хотела дочь. А родила сына, которому вообще до меня дела нет. По-моему, даже забыл, какого цвета у меня глаза. Софья Павловна, а расскажите мне о Вадиме. Почему он такой закрытый? Да, закрытый, это верно. После той трагедии он так изменился. До сих пор не могу об этом говорить. Софья Павловна, простите, я не хотела вас огорчить. Давайте мы лучше примерим ваши наряды. Да. А, 48. Ты просто ангел. Сегодня на обед приедет Станислав со своей подружкой. Он на диете. Приготовь, пожалуйста, что-нибудь диетическое. Рыбу с овощами. Обед должен быть готов к часу. Иди. Я не знаю. Ему светит карьера в лучших футбольных клубах мира. Он может сделать себе такую партию. Ну, не убивать же теперь эту Женю. Ну, зачем? Мы цивилизованные люди. Есть и другие методы. Ирина Львовна, к вам Алина Козицкая. О, Алиночка. Добрый день. Добрый. Привет, привет. Какими судьбами в такую рань? Да я просто мимо проезжала. Ага. А Станислав случайно не у вас? Нет. А что? Да нет, ничего. Я, наверное, лучше пойду. Нет, подожди, подожди. Вы что, договорились встретиться? Вы созванивались? Нет. Вообще-то я к вам на кофе. Галя, ну что ты стоишь? Принеси девушке кофе. Тебе же без сахара? Да. Галя, без сахара. И мне тоже чашечку. Еще вы... Могли бы посоветовать мне хороший салон красоты? Салон красоты?
Конечно, посоветую. Между прочим, Станислав сегодня спрашивал тебя. Да, куда ты пропала? Как у тебя дела? Ты знаешь, мне кажется, очень тяготится он этими отношениями с Женей. Правда? Угу. Так что ты не теряйся. Действуй. Слушай, сейчас давай я сброшу тебе адрес салона, а косметологу и парикмахеру позвоню сама, хорошо? Мужчина, помогите, пожалуйста, мне нужно ребенка из машины достать. Алло, девушка, я застряла в пробке, я буду буквально через 10 минут и заберу букет. Спасибо. Девушка, у меня ребенок без сознания. Доктор скоро подойдет. Что значит скоро? У мальчика проблемы с сердцем. Вызовите врача немедленно. Что Лёва от вас хотел? Сказал, что он мой сын. Что? Я что, сама должна побежать за врачом? Я побуду с вами, пока не придет доктор. А у вас есть визитка? Да. Дальше я сама, езжайте. Вас букет ждет. Я позже вас наберу, поговорим. Хорошо. Мам, а ты видел мой последний хит-трик? Вон народ голосует. Говорят, лучше гол месяца. Послушай, отложи телефон, после обеда посмотришь. Кстати, у нас на обед рыба с овощами. Рыба? Я не хочу рыбу. А можно пирог с курицей и грибами? Послушай, ты сказал, что тебе все равно, и Галя приготовила рыбу. Так что будь любезен. Галя. Ну, кстати, где твоя девушка? Между прочим, точность, вежливость короля. Ну, хотя, чего ты я? Что? Здравствуйте. Здравствуйте, извините за опоздание, движение жуткое. Здравствуйте. Ирина Львовна, это вам. Спасибо. Изысканный букет. У вас отменный вкус. Жаль, у меня аллергия на лилии. Галь. У вас красивое кольцо, новое. Спасибо. Извините, я не знала про лилии. Я перевел тебе сегодня деньги на следующий месяц. А твои призовые я собираюсь вложить в акции. Есть пожелания? Можно вложить фармацевтику или в IT-стартапы. Там сейчас высокие проценты. О, вы так хорошо разбираетесь в финансах. Жень, спасибо за мнение. Я уверен, Станиславу оно важно. Ну так что ты думаешь? Пап, решай сам. Денег нам пока хватает. А скоро вообще купаться не будем. Вы последнюю игру Челси смотрели? Ну, конечно. Нет, не имели удов... Там был скаут, которого я вчера у нас на матче видел. Он всю игру меня пас. Так что будет предлагать контракт. Возможно, поеду в Челси. Господи, как ты похож на деда. У того тоже глаза горели, когда он про футбол рассказывал. Видел бы он тебя сейчас. Это то, что ты хотел нам сообщить сегодня? Да не. Мам, а где бабулин медальон? Ну, как где? Там, где должен быть, в кабинете, в сейфе. А что? Тогда пойдем. А вы что, код до сих пор не сменили? 4 единицы? О таких вещах вслух не говорят. А вот. Зачем он тебе? Мам, ты же помнишь, что бабушка сказала? Чтобы я подарил его невесте. Вот я и дарю. Мы женимся.
Вы же не против? Ну почему она должна быть против? Это мой медальон. Мы очень рады за вас. Спасибо, пап. Поздравляю, Женечка. Так, ладно. Я опаздываю, поехал в клуб. Ну, тогда обсудите пока что, куда, зачем, когда. У Жени есть мое расписание до конца года. Ну, а как же обед? Дом поем. Все, я погнал. Я тебя провожу. Пошли. Ирина Львовна, мне кажется, что кто-то очень хочет помешать нам со Станиславом. С чего вы взяли? Ничего такого, типичная женская подлость. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Я не знаю. Поклонниц у Станислава много. Всех не припомнишь? Ну, может быть, кто-нибудь особенно настойчивый. Большая девушка. Вы знаете, вы когда это сказали, я почему-то подумала об Алине Козицкой. Алине? Угу. Мы очень дружили с ее родителями, а ее дед был известным футбольным тренером, как и мой отец. Странно, мне Станислав об этом никогда ничего не рассказывал. У нее был роман. Они даже собирались пожениться. Она же не думает, что это вы стали причиной их расставания. А если думает? Брошенная женщина на многое способна. Теперь понятно, почему она приходила сегодня утром. Я попросила записать ее в мой салон. Какой салон? Лотос. Ясно. Большое спасибо вам за информацию. Мне пора ехать. До скорого. До свидания. Добрый день. Мне срочно нужен маникюр, педикюр, стрижка, укладка, массаж, косметолог и эпиляция. Мастеров и лично вас я щедро отблагодарю. Я сейчас поговорю с мастерами, попытаюсь что-то придумать. Может, кофейку? Нет, на кофе времени нет. Алина, 7-й кабинет. Что такое? Вы не видите, идет процедура. Вы косметолог? Да. Там у моей подруги из-за ваших процедур ужасная аллергия. Она вся в красных пятнах и задыхается. Не может быть, такое-то недоразумение. Ну, здравствуй. Женя, ты что здесь делаешь? Лежать. Руки убери, я сказала. Я сейчас позову на помощь, и тебя посадят за нападение. Вместе будем сидеть, шантажистка. Ты зачем пацана подослала? Хочешь нам помешать?
Какого еще пацана? Не придуривайся. Опоздал твой мальчик. Станислав уже сделал мне предложение. И я выйду за него замуж. А если ты будешь нам мешать, в следующий раз ты пожалеешь. Я тебе говорю, что она больная. Начала нести что-то про шантаж, про пацана какого-то. А я вообще не в курсе. О, боже мой, да она просто опасна. И что будешь делать? Не знаю. Ирена говорит, что у них вообще не клеится. И что Станислав спрашивал обо мне. Может, эта Женя решила, что он ко мне хочет вернуться, и того поехала. Слушай, ну я бы на твоем месте тогда с ним поговорила. Точно. Я уже знаю, что это Алина вам заплатила. Господи, что вы несете? Я с другим пришла. Лёва умирает. Что? Митральный стеноз все резко обострилось. Нужна срочная операция. И Лёва действительно ваш сын. Вы что, с ума сошли? Вот. Свидетельство о рождении. Свидетельство о усыновлении. Вот выписка из вашей медкарты. 9 лет назад вы родили Лёву и тут же отказались от него. Спустя 2 месяца я его усыновила. Откуда у вас эти документы? Вам не могли их выдать? Я дала взятку, хотела знать, что вы здоровы и Лёва здоров. А теперь он умирает. Это фальшивка. Детей у меня нет и никогда не было. А теперь убирайся вон, а то я вызову охрану. Это настоящие документы. И Лёва твой сын. А откажешься его спасать, об этом узнают все. С кем ты там живешь, а? С мужем? С парнем? Он тоже об этом узнает! Так, тихо, давай без истерик, садись. Значит так. Детей у меня нет. Никогда не было. Но ничто человеческое мне не чуждо. Можно было просто прийти и нормально поговорить. У меня есть связи. Я попробую узнать, кто оперирует подобные случаи. И, может быть, немного помогу деньгами. Но это максимум, что я могу сделать. Понятно? Оставь заключение врача и свой телефон. Я позвоню, как что-нибудь узнаю. Это что, Станислав Хаткевич? До свидания. До свидания. Всего доброго. Новая соседка. Понял. Ладно, я в душ. Дай мне 2 минуты. Ну, что я скажу? С таким диагнозом мальчика нужно отправлять за границу. Причем срочно. Германия, Израиль.
А сколько это может стоить? Порядка 100 тысяч евро. А у нас таких операций совсем никто не делает? У нас только Вадим Николаевич Сафронов. Но в его Сафронию попасть тяжелее, чем во все клиники Германии и Израиля вместе взятые. Скажите, этот мальчик ваш родственник? Нет, это сын моей знакомой. Ну что ж, передайте вашей знакомой, пусть поторопится. Месяц-два максимум. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо, Лена. Пожалуйста. Мам. Ну, Вадим, ты же не просто бездельничаешь или там кофе пьешь. Ты же с матерью беседуешь, а все остальное может подождать. Мам, что ты хотела обсудить? Вадим, я сегодня устраиваю небольшой семейный ужин. Буду твой отец, я и Эмилия. Ты опять за свое. Я тебе не раз уже говорил, что терпеть не могу сводничество. Ну, не надо лезть в мою личную жизнь. Хорошо, как скажешь. Но один раз ты меня не послушал. Чем все это закончилось? Мама, тебе пора. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Где его кабинет? Вадим Николаевич сегодня занят. Я могу записать вас на любой другой день. А вы по какому вопросу? По личному. Лена. Охрана. Девушка, сюда нельзя. Вы что, издеваетесь? Девушка. Давайте я вас проведу. Для кого девушка, а для кого Евгения Александровна у меня назначена? Не заставляйте меня применять силу. То есть так, да? Ну, окей. Девушка, так вас записывают на прием или нет? Что у вас тут происходит? Ну что? Скоро и меня так будут выставлять из твоей клиники. Да, Вадим? А что происходит? Сумасшедший дом. Наталья, обрати, пожалуйста, на меня внимание. Женя. Ну что за негативные вибрации? Зачем тебе вообще нужен этот плейбой Сафронов? В мире есть более перспективные кандидатуры. Вообще-то я выхожу замуж. Женька, дай рассмотреть. А Сафронов нам нужен, потому что мы хотим предложить сотрудничать с нашим агентством. Но не знаем, как к нему подступиться. В интернете почти нет никакой информации. Ну, правильно. Потому что нужно искать не в интернете, а вот здесь. Сафронов конъюнктурщик. Оперирует только правильных и нужных людей. Сейчас расширяет свою клинику. Женщин, как ты понимаешь, у него было немало. Хотя злые языки поговаривают, что скоро он остепенится. Кто-то серьезный? Эмилия Колобова взялась не за него, а за его мамашу. Таскается с ней везде. Хотя, ты знаешь, нужно сказать, на таких Эмилий мужики и сами западают. Каких таких? Знаешь, она такая вся одухотворенная, воздушная. Ну, просто фея. Значит, модельки. Что еще? Еще... А, он любит стрелять. Ходит в тир в этот... Ну, в парке у нас, как он, прицел или как-то так? Упражняется там каждое утро. Любит стрелять, говоришь? Угу. Thank you.
Первый раз вижу, чтобы девушка так стреляла. Женя? Вадим? В кого-то конкретного палили? Да, в свою начальницу. Чего так? Старое дело. Завидует красивым девушкам. А где так стрелять научились? Первая любовь. Стрелял по банкам, вот и мне пришлось. Всегда нравились женщины, которые умеют обращаться с оружием. Вот как? Угу. Ну, что, часиков 6 на этом же месте? Давай. На таких каблуках дойдете? Да, я в них как в тапочках. Прекрасно. Доброе утро, сынок. Как ты себя чувствуешь? Вот твой завтрак и лекарство. Лев, поговори со мной. Зачем ты к ней поехал? Почему ты мне ничего не сказал? Почему ты мне о ней не рассказала? Я хотела узнать, как выглядит моя настоящая мама. Послушай, Лева, даже если она тебя родила, разве мама это не та, которая заботится о своем ребенке? Любит его, ухаживает за ним, беспокоится о нем. Разве я этого всего не делаю? Делаешь. Я никогда ни за что не откажусь от тебя. И сделаю все, чтобы ты выздоровел. Все-все. Я очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю, мама. Нет, в ближайшее время у Вадима Николаевича все занято. До свидания. Здрасте всем. Здрасте. Карты? У вас на столе. У вас посетитель. Я предупреждала, что вы заняты. Мама. Какими судьбами? Нет. Вчерашнее приглашение ты проигнорировал. На мои звонки ты не отвечаешь. Мне пришлось тащиться сюда через весь город. А у меня, между прочим, сегодня был назначен массаж. Ты же знаешь, как у меня болит спина. Хотя что ты обо мне знаешь? Мам, ну не стоило. Такие жертвы. Ну да. Слушай, перестань идиотничать. Чтоб сегодня же было у нас. Вадим, ты не отвертишься. Ну, должен ты хоть раз в год встречаться с родителями. Мам, я правильно понимаю, ты кого-то еще пригласил? Никого. Ну, будет папа и Эмилия. Ты же знаешь, что я против сводничества. Эмилия моя гостья. Интеллигентная девочка. Блондинка. Кстати, она уделяет мне гораздо больше внимания, чем родной сын. Значит, что было у нас в 6 часов вечера. Или забудь. Что у меня есть мать. Я все помню. Вадим Николаевич, тестя привез. Опять ему плохо стало. Ну, у него уже было такой раз. Похоже, сердце. Пойдемте посмотрим. Пойду поработаю, мама. Алина? Привет. О, привет. Не знал, что ты тут бегаешь. Как дела? Нормально, ты как?
Да, тоже нормально. Стас, скажи, с твоей Женей все нормально? Она как-то очень странно себя ведет. А что такое? Ты что, с ней встречался? Да нет, не я, а она. Ты прикинь, нашла меня в салоне, начала говорить, что вам никто не помешает, угрожала еще, обвинила в шантаже. Так, значит, ты тут не случайно бегаешь, да? Пришла, чтобы про мою Женю гадости наговорить? Ты что, мне не веришь? Мы вообще-то с тобой с самого детства дружим. Дружим? Это, по-твоему, дружба? Ты мою невесту грязью поливаешь. Это нормально? Не приближайся больше к нам. Поняла? Что ты стоишь? Беги отсюда. Успокойся. Ну, все. Все. Вы бы его видели. Я думала, он меня ударит. О, Господи. Вот этого я и боялась. Чего? Это она настроила его против всех старых друзей. Он скоро и с нами перестанет общаться. Ну, зачем ей это надо? Ну, как зачем? Чтобы полностью контролировать его. Точнее, его деньги. Больше-то ей от Станислава ничего не нужно. Алина, мы с тобой должны его спасти. Да. Скажите, что нужно делать? Я все сделаю. Девочка моя. Меня прячешь? Да ерунда. Ну, покажи ерунду. Ну, нет. Что ты скрываешь? Ну, просто в детстве я мечтала, что у меня будет свадьба в стиле Золушки во французском замке. И собирала в альбом всякие фоточки. Золушка? А я тогда прекрасный принц. Ты мой король, любимый. Не нужна мне никакая Франция. И замки долины Луары тоже. Это же куча денег. Слушай, ну, если ты хочешь Луару и Золушку, то не вопрос. Я могу осуществить мечту своей любимой женщины. Правда? Да. Ты самый лучший. Да. Ну так как вечером тогда? Заедешь в клуб, вместе поедем в ресторан. Банкет в 6 часов. Михалыч сказал не опаздывать. А с тренером нельзя ссориться. Любимый, давай встретимся сразу в ресторане. Мне еще нужно к Натали заехать, у нее там семейные проблемы. Ну, а что я там буду один как дурак сидеть? Ну, почему как дурак? Ты покажешь парням свою новую тачку, они же еще не видели ее. Ну да, обзавидуются. Ладно, все. Я в душ, не опаздывай. Еще раз заед. Что случилось? Ассистент. Интубируй. Интубируй! 3 кубика адреналина. Гемодинамика очень слабая. Вадим Николаевич, мы не запустим. Еще 3 кубика. Зрачки расширены. Это не сердце. Такое случается, Вадим Николаевич. Время смерти 16:07. Я сам сообщу родственнику. Привет. Привет. Ну что, куда ты меня поведешь? В ресторан или сразу в барчик? Сегодня никуда, извини. День тяжелый. У тебя что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Давай так, в следующий раз куда-нибудь с тобой сходим. Я тебе позвоню. А куда ты мне позвонишь? В рельсу? У тебя нет моего телефона. Точно.
Запиши. Ну ладно. Я долго ждать не буду. Пока. Да, мам. Вадим, почему ты опаздываешь? Эмили уже приехала. Это нехорошо, неприлично заставлять тебя ждать. Мам, я сегодня никак не могу. Я тебя предупреждала. Можешь мне больше не звонить. Никогда. Мамочка, послушай, это шантаж. Хорошо, я скоро буду. Но не один, со спутницей. Пока. Коля, ты вообще в курсе, кого наш сын везет в дом? А он мне сейчас сообщает, что едет с какой-то гостьей, хотя утром на него даже намека не было. Коля, что делать? Оставить сына в покое и немедленно идти к Коте. Я уже не знаю, что и говорить. Господи, да пообщайся ты с молодой интеллигентной девушкой, я разрешаю. Я могу только себе представить, кого Вадим притащит в дом. Опять очередную безвкусную провинциалку. Чё, я ей устрою прием. Давай. Жень, подожди. Да подожди ты. Поехали. Куда? На ужин к моим родителям. Что? Спонтанный ужин, но ты мне очень нужна, как спутница. А это надолго? Поужинаем и уедем. Хорошо, мне нужно позвонить. Давай. Алло, Наталья, ты меня прикроешь? Я скажу, что твой папе подают на развод, и я тебя утешаю. Я не знаю, что у тебя там стряслось, подруга. Но папика лучше в это не впутывать. А то, если он узнает, то и правда на развод подаст. Ты представляешь? Я у него в кармане нашла колечко молодежное. Такое убожество. Все в сердечках. Наталья, ну, пожалуйста, это дело жизни и смерти. Ладно, прикрою тебя. А ты еще замуж не вышла, а уже загуляла? Смотри, подруга, мир тесен. Спасибо. Обалдеть. Вероничка Львовна, это же не я. Супер. Денис, блеск. В общем так, сегодня вечером ты идешь на вечеринку, где будет Станислав. Женя будет позже, тебя пропустят, я договорилась. Это твой шанс, малышка. А что мне нужно будет делать? В таком виде? Ничего. Он сам за тебя все сделает. Ну, вперед. Что-то потеряла, дорогая? Да. Пригласительный на вечеринку. Какую вечеринку? Ну, на которую ты идешь. Я тоже приглашена, но никак не могу найти свой пригласительный. А давай пойдем по-твоему? Вон же надо валиться. Что тебе там делать? Это скучная тусовка нужных людей и тупых спортсменов. Котик, я так расстроилась, когда ты попал в больницу. Я понимаю, что нам нужно как можно больше времени проводить вместе. Я скоро. Мое родовое гнездо. Обалдеть. А мое меньше вашего паркинга. Маменька. Знакомься, это Женя. Здрасте. А мы знакомы. Это же, кажется, вас вышвырнули вчера утром из клиники моего сына. Мам, ты ошибаешься. Из моей клиники никого не вышвыривают. А у тебя есть клиника? У меня много чего есть. Пойдемте с папой познакомлю. Кого он привел в дом? Ну, привет. Привет. Здоровчик. Как Колян-то? Нормально. Давай, удачи. Здрасте.
Станислав, приветствую. Приветствую. Как жизнь, слышал, сейчас на подъеме? Да, есть такое. А Женя Жвальком собирался? Нет, не заезжала. Она сказала, вы разводитесь, нет? Да нет, не разводимся мы. А. Пока. Это, видимо, я что-то перепутал. Вы не обращайте внимания. Хорошего вечера. Повтори. Мне то же самое, пожалуйста. Алина, ты что ли? Слушай, тебя не узнать прям. Тебе очень идет. Ты это... Прости меня за сегодня. Я честно не хотел. Не знаю, что на меня вышло. Да ладно, ну с кем не бывает. Без обид? Без обид. Нет, все-таки как хорошо вот так вот камерно собираться в обществе выдающихся людей. Евгения, вы, наверное, не в курсе, но мой сын гениальный кардиохирург. Мам. Мой муж министр. Бывший. Эмилия у нас из династии выдающихся замечательных дирижеров. Ну, а я когда-то блистала на сцене для Скала. Я брала фа. Третьи октавы. Ну, а вы, Евгения, чем занимаетесь? А я шопинг-консультант. Простите, кто вы? Софья Павловна, это такие люди, которые помогают другим выбирать одежду. А зачем им помогать? Они что, инвалиды? Ну что вы, нет. Просто бывает такое, что у людей нет вкуса. Они вроде все обвешаны с ног до головы бриллиантами, а вкуса нет. Ну, а ваши родители, они что, тоже консультанты? Нет, мой папа очень важный человек. Он главный ассенизатор города. Mm-hmm. Ассенизатор. Это же, по-моему... Mm-hmm. О, Боже. Ну, а мама-то хоть чем занимается? А мама ваша коллега. Музыкальный руководитель в детском саду. Оксана Дмитриевна, не беспокойтесь. Я сама угощу дорогих гостей. Вадим, сейчас мама положит тебе самый лучший кусочек курицы. Пожалуйста. Так, Евгений. Ой, как неловко получилось. Ну, вы можете найти что-то приличное из одежды моей прислуги. Или мы возместим? Оно ж недорогое. Софа. Кто-нибудь смотрел последнюю постановку Коровина? Такой абсурд. Вадим, мне надо поговорить с тобой немедленно. Евгения, может, хотите выпить чашечку кофе в саду? Нет, спасибо. Я пойду постираю платье. Кого ты привел в дом? Папа, министр. Бывший. Ну, хорошо, бывший. Я брала фак, третья октава. А это что такое? Ну, это просто фу. Мама, это не просто фу. Это любовь. С первого взгляда я на ней женюсь. Через мой труп. Договорились. Не идиот, ничего. Мам. Подслушивайте. Можете рассказать об этом хозяйке. Хуже уже не будет. Это не в моем стиле. И вообще я на Вадима не претендую. Я тоже. А вы правда продавец-консультант? Часики у вас больно дорогие. Думаете, да? Знаю.
Но ведь и безработные дочери дирижеров такие цацки не носят. Женька, ну отвечай. Когда мы поедем в город? А может, не поедем в город, я ж выпил. Мы так не договаривались, мне нужно в город. А что у тебя там? Семеро по лавкам, что ли? Я обещала маме вернуться до полуночи. Вызови мне такси. Душа моя, сюда такси ночью не приезжает. Уже пробовали. Позвони маме, скажи, что приедешь утром. В чем проблема? Если так романтично ночью. У меня в комнате есть балкон. Оттуда видно звезды. Можно ими любоваться. Слушай, я не сплю с незнакомыми мужчинами. Так давай познакомимся. Извините. Прошу прощения, я не хотела вам мешать. Вы можете уделить мне пару минут? Хотела с вами кое-что обсудить. А до утра терпит? Конечно. Ну, тогда спокойной ночи. Наталья, что случилось? А ну, наконец-то. Ты представляешь, я почти поймала папика на горячем. Пойти на вечеринку. И мне пришлось напроситься с ним, чтобы помешать. А там был твой футболист. Черт, твой же папик не любит футбол и все это. Ты дальше слушай. Футболист твой ушел с Алиной Козицкой. Она так разоделась. Господи, опять она. Жень, открой. Ну не дури, мы же взрослые люди. Все, пока. Жень. Женя. Я не открою, уходи. Что еще за барсик? Зачем ты взял телефон? Я просто хотел поиграть. А ну отдай. Зачем ты ей пишешь, еще и меня обманываешь. Ну, не расстраивайся, сынок, прости меня, пожалуйста. Все будет хорошо, обязательно. Мне надоело уже дома сидеть. Я хочу в школу, к друзьям. Скоро тебе сделают операцию и пойдешь в свою школу. Если хочешь, даже тебе на футбол отдам. Правда? Даже на футбол? Конечно, правда. Разве я тебя когда-нибудь обманывала? Жень, ну а вы почему ничего не едите? Берегу фигуру. Ах ты дрянь! Какая же ты дрянь! Это ты украла мое бриллиантовое колье! Что? Я ничего не крала. Зачем мне ваши бриллианты? Ну, конечно. Ха-ха! Зачем дочери ассенизатора бриллиантовое колье? Я требую, я настаиваю, чтобы мы немедленно пошли и обыскали ее сумочку. Ну, знаете, я не позволю себя так оскорблять. Да кто вы такая, в конце концов? Кто я? Ой. Мам. Софа, нельзя так разбрасываться обвинениями. Кого ты привел в дом?
Где ты вообще с ней познакомился? А? Шопинг-консультант. А ты что молчишь? Ты что, тоже думаешь, что я украла? Ну хорошо, давайте меня обыщем. Ну вот, ничего нет. А там что? Я этого не брала, вы мне подбросили. Что я говорила, а? Вот. Надо вызывать полицию. Жень. Можно тебе на два слова? Женя всю ночь провела в своей комнате, закрылась на ключ. Я не спал. И уверен, что она никуда не выходила. Ты прекрасно знаешь, какая слышимость у нас в доме. А утром мы одновременно вышли из комнаты, спустились в столовую. Неправда. Вчера вы приехали вместе, и эту ночь она провела с тобой. Нет, мам. Ты просчиталась. Я прошу прощения за этот инцидент. Я надеюсь, что все это останется между нами. Конечно. Ты опять за свое. Мало того, что ты лезешь во все дыры, ты еще готова подставить девушку, лишь бы вышло все, как ты хочешь. Все должны плясать под твою дудку. А ты хоть раз спросила, чего хотят другие? Какая же ты все-таки стерва, Софа. Я тебя видеть больше не могу. И не буду. Николя, ты не так все понял. Но я же хотела как лучше. Жень. Ну что ты, я поговорил с мамой, вышло недоразумение. Так вот, как вы в своих родовых гнездах поступаете. Обзываете воровкой и вышвыриваете вон. Хорошо, буду знать. Да подожди, подожди. Оставь меня в покое, ты мне отвратителен. Ведь со своей семейкой снобов. А чё ж тогда со мной попёрлась? Мужика богатого захотела подцепить, да? Идиот, мне не нужен богатый мужик, я сама хорошо зарабатываю. Просто сыну моей лучшей подруги нужна операция. Знаешь, а твоя злобная мамаша чуть не спалила меня в самом начале. Ты о чем? О том, что я действительно была в клинике. Мне сказали, что только ты сможешь нам помочь. Но меня вышвырнули оттуда, потому что на больных и бедных детей всем плевать. Вадим Николаевич спешит на помощь только к богатеньким, у которых сердечко пошаливает. Вот зачем мне понадобился весь этот спектакль. И он, кстати, сработал. Знаешь, почему? Почему? Потому что ты пустое место. Индюк, которого элементарно купить на тупую тёлочку с длинными ногами. Как ты вообще людей оперируешь? Очень хорошо оперирую. Человек без сердца не может дарить его другим. Я могу помочь мальчику. А вот этот браслет мне подарил Николенька на рождение сына. Такая редкая вещь по тем временам. И где только он его тогда раздобыл? Очень красивый. Николенька. Может, он еще ко мне вернется? Софья Павловна, он обязательно вернется. Он вас очень любит, очень. Просто ему нужно дать время немножко успокоиться. Софья Павловна, все обязательно образуется.
Ну и какой Наталье ты ночевала? А? Ее муж не в курсе развода. Я действительно ночевала у подруги, но не у Натальи. Ты что, меня за дурака держишь? Я была у подруги из детского дома. С какого еще детского дома? До 10 лет я жила с бабушкой. Потом она умерла, и я попала в детский дом. Там у меня была единственная подруга. Это у нее проблема, а не у меня. Да. Ну и что за проблемы у этой подруги? У нее ребенок очень заболел, ей нужна была поддержка. А мне нельзя было сказать об этом? Я тебя очень люблю. Я боялась, что ты решишь, что мы не пара. Твоя мама и так думает, что мне нужны только деньги. Подожди, да ты что? Плевать мне, откуда ты? Вообще-то я очень переживал за тебя. Потом кому-то придется поработать, чтобы восстановить мои нервные клетки. Да? А добрые люди мне сказали, что вчера тебя Алина утешала. Алина? Ага. Да она вчера так вырядилась, что мне показалось, что она под тебя косит. Что? Ну зачем мне копия неудачная, если у меня есть оригинал? А? Алло, Вера, здравствуйте. Это Евгения. Я все узнала, Леве смогут помочь в клинике Сафрония. Сафрония. Я пришлю вам координаты, вам нужно будет записаться на прием. Но у меня нет денег на операцию. Я смогу дать вам $5000. Это максимум, чем я смогу вам помочь. Пусть Лева выздоравливает. Всего доброго. Вчера на вечеринке даже поцеловал. Правда, он коньяка накатил, но все-таки. В общем, я его отвезла домой, сдала охраннику. До квартиры я побоялась везти. Вдруг там это сумасшедшее. Теперь мяч на твоей стороне. Действуй. А как? Ну, дай ему почувствовать себя мужиком. Точно. Я попрошу, чтобы он мне прибил полочку. О, Господи. Ну, полочку он, допустим, вряд ли тебе прибьет. Разве что ты ему. Слушай, у тебя есть машина? Да. Просто Станислав очень любит машины. А если бы ты захотела купить новую, он бы мог помочь тебе в этом. Угу. Ну, действуй. Я уже скучаю. Я после тренировки к родителям свадьбу обсуждать. Встретимся там. Забыл? Ты что здесь делаешь? Мне кажется, мы все обсудили. Тебя мама прислала или ты опять сбежал? Ты меня бросила, потому что я больной. Пить будешь воду, сок? Нет, спасибо. Послушай меня. Я не твоя мама. Этого просто не может быть. Я нашла свидетельство о рождении. Там твое имя. И в Фейсбуке.
и место рождения, и возраст совпадают. Это просто совпадение. Но даже если бы мне пришлось оставить своего ребенка, я бы это сделала не потому, что он больной. А почему? Ну, потому что я понимала бы, что ничего не могу ему дать. Ни врачей, ни лекарств, ни заботы. А твоя мама знает, что ты тут? Не знает. Она не может мне ничем помочь. Поэтому я скоро умру. Ты не умрешь. Тебя прооперируют. Муж нашли клинику, и деньги тоже будут. Ты обязательно поправишься. И сейчас нужно позвонить маме, чтобы она привезла тебе лекарства. На, поговори с мамой. Как тебе Барсик? Клевый Барсик. Самый крутой Барсик в мире. Мама, это я. Ты только не ругайся. Я у Жени. Мама, не кричи, пожалуйста. Ты за мной приедешь? Хорошо. Пока. Лев, тебе нужно отдохнуть, пока мама не приедет. А у тебя есть детская? Нет, но я что-нибудь придумаю. А если у тебя еще будут дети, где они будут спать? Не знаю, пока об этом не думал. Ого! У вас есть приставка? Да. Хочешь поиграть? Да, но я не умею. Давай покажу. Вот этим вот бегать. Угу. Вот подкат, вот давать пас. На. На, играй. А я пойду, мне нужно собираться. Где Лёва? Спит. Проходите на кухню. У меня мало времени, поэтому буду краткой. Почему вы не следите за своим ребенком и позволяете ему бегать по городу? Он же у вас еле дышит. Я поехала на смену. Мне больше не дают больничные. Он спал. Я же не знала, что он снова сбежит. Вот. Что это? Это ваш стакан. Я украла его, чтобы сделать пробу ДНК. Потратила на это все деньги. Теперь мне Лёве ни за что купить лекарство, но по-другому вас же не убедить, правда? Лёва, ваш сын. Я никогда в жизни вам бы в этом не призналась. Но в этой вашей клинике мне сказали, что очередь на полгода вперед расписана. Лёва просто до этого доживет. У вас же есть связи. Этот ваш друг, он же футболист известный, да? Пожалуйста, организуйте Лёве операцию. И продолжайте жить своей красивой жизнью. Пожалуйста. Этого не может быть. Извините. Thank you.
Я ничего не обещаю, но попробую сделать все, что в моих силах. Попробую уговорить владельца клиники. Побудьте тут, мальчику плохо, не надо его никуда тащить. Никому не открывайте, признаков жизни не подавайте. Я скоро буду. А если ваш футболист придет? Не придет. А если придет, скажите, что вы моя подруга. И не отсвечивайте. Хорошо. В общем, представляешь, я думала, это Женя сама полицию вызовет. Я такого от Софи Павловны вообще не ожидала. Не поверишь, моя тоже Женя. Ненавижу это имя. А я такой типаж. Вся такая деловая, а при этом длинноногая красотка. Угу. Наша тоже такая. Слушай, так может у нас одна и та же Женя? Да нет. Моя не дура, она Станиславу изменять не будет. Так она и не изменяла. Я к Вадиму Николаевичу. Девушка, вам же уже объяснили. Приема нет в ближайшее время. Пойдемте. Что там? Мне надо на мальчиков смотреть. Там же все есть, анализы, заключения. Или что, все так плохо? Это тебе вместо испорченного. Надеюсь, с размером не ошибся. Мне от тебя ничего не надо. Ты посмотри. Отказаться всегда успеешь. Мне интересно, это платье стоит больше или меньше операции? Я получил разрешение на строительство нового корпуса, куда смогу брать детей бесплатно. А что лично ты делаешь для других? Ну, кроме устраивания спектаклей в помощь больным детям. Ладно, я сегодня не обедал и не завтракал. Было с утра две операции, давай мы сходим сейчас поедим. Я тебе расскажу там, что мы будем делать с Левой. Ну, я надеюсь, подруга Евгения в порядке? Вроде да. А кто вообще с ее стороны еще будет на свадьбе? Женя из детдома, поэтому родных не будет. Может, пара друзей. Из детского дома? Ты же говорил, что ее растила бабушка. Мам, чего ты ко мне пристала? Плевать мне, откуда она. Даже если ее волки вырастили. Вы против свадьбы? Нет, нет, мы не против. Франция, Золушка. Ну, это твои деньги, тебе решать. Вот хорошо. Не могу до нее дозвониться. Она обещала приехать свадьбу обсуждать. Алло, Вера, у меня хорошие новости. Лёва завтра посмотрит и решат, что делать дальше. Как он? В морозильнике есть курица, ее можно разморозить и сварить. Ну, или заказать еду из ресторана, я скоро буду. Мальчик, что, у тебя? Да, подруге одной тяжело, и они пока у меня. В общем, предварительно операция будет стоить порядка 25 тысяч долларов.
Сколько? Ну, цены много составляющих. Зарплата врачам, медикаменты, содержание в клинике и так далее. Хорошо, я найду деньги. Почему ты? Потому что у Веры денег нет. Она из детдома. Ты говорила, что это твоя подруга детства. Ты тоже из детдома? Какое это имеет значение? Мне пора. Подожди. Мне нужно поговорить с тобой. Мне правда нужно идти. Это важно. Сереж, счет принеси, пожалуйста. Давай пройдемся, я тебе все расскажу. Женя не отвечает. У нее какие-то проблемы с подругой, может, поэтому задержалась. Ладно, пойду я. В следующий раз обсудим с вами. Подожди. Что? У тебя есть сейчас времени? Ну, есть, а что? Ну, присядь, присядь. Я встретила Алину. Она собралась покупать себе новую машину. Она сказала, что ничего в этом не понимает. Может быть, ты поможешь ей? Ты же хорошо в этом разбираешься. Да не вопрос, помогу. Ну, тогда я позвоню ей. Звони. Ну, и о чем ты хотел поговорить? Вадим Николаевич! Вот, привет, привет, привет. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здрасте, здрасте. Катюша так гоняет, я совсем не успеваю за ней. Это такое счастье. Вадим Николаевич, мы каждый день всей семьей молимся за вас. Вы ведь помните, какой она была? Еле ходила. А сейчас пошла на гимнастику, делает огромные успехи. Хорошо. Ну, на всякий случай зайдите показаться. Ну, смотрю, щеки розовые, как у настоящего олимпийского чемпиона у будущего, да? Спасибо вам большое. Мы обязательно зайдем. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Бывают же своевременные встречи. Ты, наверное, думаешь, что я скотина? Я должен извиниться перед тобой за мать. Ну, по сути, эгоистичный ребенок. Ее можно понять. Надежда на внуков тает с каждым годом. А что так? Вадим Николаевич не может сложить себе цену? Нет. Вадим Николаевич вдовец. Моя жена обманула меня. Она поехала с больным ребенком не в больницу, а на день рождения к его другу. Он очень просил. Они попали в аварию. Она погибла на месте, а сына привезли в больницу, где я работал. Пока я не вошел в операционную, я не знал, кого я буду оперировать. Кирилл умер у меня на руках. С тех пор я не оперирую детей ни под каким предлогом. А как же Лёва? Его я поставлю в план на текущий месяц. Оперировать буду не я, а мой коллега. Очень хороший. Ты должна мне пообещать одну вещь. 25 тысяч? Никогда не врать мне. Вадим, не надо всего этого. Мне нужна только твоя профессиональная помощь. Ты мне не интересен. Ты мне интересна. А если я тебя откажу, ты что, не станешь мне помогать? Помогу, конечно. Я сейчас не об этом. Не пройти. Подожди. Тебя ждут? Да, подруга уже звонила. Тогда завтра в клинике с утра вместе с мальчиком. Натощак. У него возьмут все анализы, а я его посмотрю.
Как ты в этом всем разбираешься? Для меня это темный лес. О, слушай, все, вот эта тачка огонь. Сотню за 4,9 секунды. Надо брать. Я так быстро не езжу. Не такая смелая, как ты. Стас, я сейчас, наверное, глупость скажу, но я всегда хотела красную машину. Тупо, да? Почему тупо? Ты мою новую тачку видела? Она тоже красная. Феррари красная. Вообще все крутые машины, они красные. Добрый день. Добрый. Можно нам вот такую, ну, красную? Конечно, она завтра утром может быть в нашем салоне. А вы Станислав Хаткевич? А можно ваш автограф? Пожалуйста, я ваш большой фанат. Хочу сказать, что ваш последний хитрик, ну, это фантастика, правда. И, конечно, мы предложим вам эксклюзивные условия скидки. Полный комплект и зимнюю резину в подарок. Камера заднего вида, датчик давления в шинах, ESP, ABS. Максимальная комплектация. Бери, они еще скидку сделают. Скажите, а как вы будете рассчитываться? Нау, без нау, любая удобная для вас форма расчета? Да, я пока не знаю. Денег с собой не брала. Давайте я завтра подъеду. Конечно, не проблема. Завтра в 9 утра машина будет в салоне. Окей, я тогда тоже подтянусь. Хочу прокатиться на этой красотке. А, ну, тогда завтра в 9 здесь. Ага, договорились. Кстати, я такую же машину у Женьки советовал взять. Но она не послушала. По-своему все делать. Ладно, пока. Всего хорошего. Удачи. Никто не приходил. Завтра с утра нам с Левой нужно будет поехать в клинику на анализы и осмотр. Я сама отвезу своего сына. Нет, это сделаю я. Клинику я пробила благодаря личным связям, вы там будете лишние. Либо так, либо вообще никак. Ну, хорошо. Лева разоспался, я сейчас его разбужу, и мы поедем домой, а завтра утром я его подвезу. Пусть спит. Вы что, собираетесь его везти на общественном транспорте через весь город? Я думала, вы нас подвезете, или больной ребенок не достоин такой чести. От моего дома до клиники 15 минут, от вас час, и это без учета пробок. Зачем Леву таскать? Врач сказал, что все очень серьезно. Ну, хорошо. Я позвоню после клиники. Вот его лекарство. На рецепте расписано, как, что и когда давать. Угу. Одну таблетку через час нужно принять перед сном. Разбудите его и дайте. Угу. Да, еще. Лёва не ест замороженную еду. Поэтому вам придется завтра утром приготовить ему кашу. Вы умеете? В клинику нужно поехать натощак. Здравствуйте. Это Ирена Хаткевич. Вас должны были предупредить о моем звонке. Все, что я скажу, строго конфиденциально. Мне срочно нужна информация об одном человеке. Женя, ты что вообще? Я вообще-то тебя у родителей жду. Ты даже к телефону не подходишь. Я была с Левой в больнице с сыном подруги, ему совсем плохо. Он, кстати, сегодня ночует у нас. Ему домой далеко ехать. Ну, так пусть ночует, не вопрос. Надеюсь, его вылечит. Это что, Иосиф? Угу. Блин. Жесть. Бедный пацан. Жень, мы с отцом начали обсуждать. Он говорит, что если вся команда поедет, нужен частный самолет. Знаешь, я не хочу свадьбу.
В смысле? Давай просто тихо распишемся и все. А все деньги на замки, платья, самолеты отдадим фонду, который помогает детям. Жень, ты не заболел? Ну, ты же сама хотела. Франция, Золушка, ну альбом, ну ты чего, Жень? Ну, это же все такая ерунда. Главная мечта была вместе. Слушай, Жень, ты гений. Благотворительность, это же круто. Она все говорить будет. Осталось бы детишек поражать. Как у Бекхэма. Только побольше, чтоб 5. Чтоб переплюнуть их. Ты будешь самой лучшей матерью. Тихо, ребенок в доме. Разбудим. Посмотрим. Станислав Хаткевич. Станислав Хаткевич объявил о помолвке. Бинго. А после анализов я отвезу тебя в самую вкусную кондитерскую. Мама не разрешает сладкое до еды. Ну, тогда мы после больницы позавтракаем, а потом пирожные. Мы только перед больницей заедем кое-куда. Куда? Сюрприз. Садись. Раньше никогда не был в таком красивом магазине. Тебе нравится? Да, очень. Мы купим тебе все, что ты захочешь. Даже планшет? Планшет в первую очередь. Умру, да? Ты поэтому мне планшет купила, чтобы порадовать на прощание. Милый мой, я сделаю все, чтобы ты выздоровел и жил долго и счастливо. Ты ведь должен познакомить меня еще с Барсиком. Ты правда хочешь с ним познакомиться? Конечно. Это же лев в кошачьей шкуре. Пойдем. Еще раз, пожалуйста, сообщите моему сыну, что я его жду. Софья Павловна, Вадим Николаевич установил время для личных визитов. До 8 утра и после 6 вечера. Но матери родной это, естественно, не касается. Здравствуйте, мы к Вадиму Николаевичу. Евгения? Боже, какой у вас взрослый ребенок. Надо же. Вадим Николаевич, к вам пришли. Софья Павловна, я тоже очень рада вас видеть. Вы все-таки нашли время в перерывах между расследованиями и решили навестить сына? А, значит так, Вадим, да? Для этой дочери-ассенизатора у тебя есть время, а для родной матери нет. Ты почему не отвечаешь на мои звонки? Мам. Леночка, проводите, пожалуйста, мою маму ко мне в кабинет и сделайте ей... Кофе. Кофе. Мам, я займусь тобой сразу же после молодого человека. Софья Павловна, пойдемте. Вадим, нам надо поговорить. Тета, тета. Ну, разумеется. Я проведу. Вадим. Лев. Ну что, Лев, еще один маленький укольчик, и подкрепим твои силы печеньем. Расслабь ручку. Опять будет больно. Не будет, не переживай.
Все говорят, что у меня настолько легкая рука. Ну, а ты что скажешь? Было больно? Даже. Уже все? Вы совсем не похожи на других медсестер. Вы все тут такие добрые. Как будто не больница вообще. Вот тебе за храбрость, грамота. И печеньки. Вся как обещала. Ну что, Лев, я понимаю, что тебе это все надоело, но надо послушать твой мотор. Дыши. Не дыши. Вдохни. Выдыхай. Дыши спокойненько. Ну все, ко мне в кабинет. Можно с вами пожалуйста? Можно. Здесь я моргнул, это можно постить. Так, на секундочку. Вот. Девочки, а что, заняться больше нечем? Договора готовы? О, привет. Привет. Ну что, берем машину? Слушай, даже не знаю, что и делать. Моя опять сегодня не завелась. Нужна новая, но такую я не потяну. Это мне полгода нужно собирать. Подскажите, пожалуйста, может, можно оформить рассрочку либо кредит? К сожалению. Либо рассрочка, либо скидка. Ну, значит, в другой раз. Ты прости, что зря тебя дернула. Ну, чего ты как не родная? Ну, хочешь, я займу тебя. У меня есть. На неисправной машине в первую очередь ездить опасно. Да, спасибо тебе большое. Я смогу тебе отдавать частями раз в месяц или даже раз в две недели. Да не вопрос. Папа сделал пару удачных инвестиций, так что мы ни в чем не нуждаемся пока. А через месяц-другой денег еще больше будет. По секрету. Мы ведем переговоры с одним скаутом из Европы. Так значит, ты уедешь? Ну да. Берем машину или нет? Ты знаешь, хоть денег у тебя и много, но Женя твоя наверняка будет против. Я сам решаю. Давайте договор. Да, пожалуйста, договор. Если возникают какие-либо вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Ага. Держи. Договор. А вы певица? Это вы пели на волшебной флейте? Я вас запомнила. Мама водила меня в театр на день рождения. Вы были похожи на жар-птицу. Какой... Милый мальчик, я действительно пела «Царицу ночи». Я брала, ну, очень высокие нотки. Тебе понравилось? Очень. Вадим, я надеюсь, ты поможешь этому юному меломану? Ну, конечно, помогу. Жень. Мне нужно обсудить здоровье мальчика с его мамой. Ты можешь ей позвонить, чтобы она сюда приехала, а пока мы ее будем ждать, мы все вместе пообедаем? Нет, спасибо. Я позвоню Вере, она приедет, но нам с Левой нужно ехать. Жень, ты не поняла. Мальчику сейчас лучше остаться здесь. Лев, ты как? У нас здесь останешься? Тут телевизор. Кормят вкусно. Мороженку дают. Полежишь, мультики посмотришь. А мы пока задаем сердечком, понаблюдаем. Я не против. Тут классно. Но мы же еще не подписали договор, и все лекарства Лёва у него дома. Лекарства я выписал другие, договор мы скоро подпишем. Просто сейчас в городе мой однокурсник бывший, Артемий. Какой Артемий? Терпеть не могла этого выскочку. Мам, ты можешь не встревать? Ой. Он уже давно живет, работает в Израиле, здесь сейчас на конференции. Просто я сам детей не оперирую, а ему я доверяю, как себя оперировать будет он. Единственное, оплата нужно будет произвести сегодня-завтра. Деньги будут.
хорошо. По желанию, мама может жить вместе с ребенком, но за это тоже придется доплатить. Мама, я все оплачу. Хорошо. Это ваша палата. Проходите, пожалуйста. А когда мама приедет? Вера скоро будет там. Мне нужно уехать на пару часов. У тебя есть планшет с играми, так что не скучай. Ты опять меня бросишь? Я тебя не брошу. Никогда. Еще сам от меня сбегать будешь, так я тебе надоем. Пока. Ну что, Лёвушка, располагайся, мой хороший. Вадим, да ты, похоже, влюбился в эту девицу. Но она же ужасна. Да еще и с больным ребенком. Мама, да ты ужасна. Во-первых, это не ее ребенок, а ее подруги. Во-вторых, даже если и ее, то что в этом плохого? Я не об этом. Я о ее семье. Да и сама она кто? Пустое место. Ну о чем тебе с ней разговаривать? Тебе, гениальному кардиохирургу. Мама, твой снобизм убивает. Это не снобизм. Я привыкла говорить правду в глаза. Мам, ты со стороны себя просто не видишь. Вадим. Все, мне пора к пациентам. Вадим, твой отец ушел из дома. Собственно, об этом я хотела с тобой поговорить. Я его очень хорошо понимаю, мама. Я бы от тебя тоже сбежал, только не знаю куда. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления о продаже автомобиля. Да, готова подъехать прямо сейчас. Скиньте, пожалуйста, адрес. Хорошая машина. Меня все устраивает. А можно я вас прокачу? Кружочек сделаем? Да, конечно. Николай даже не хочет объясниться со мной по-человечески. Софья Павловна, а попросите сына связаться с отцом. Наверняка он ответит на звонок Вадима. Нет, я не буду унижаться. Если я мне нужна, наглотаюсь снотворного и не проснусь. Господи, Софья Павловна, ну что вы такое говорите? Да я бы сама переговорила с Вадимом, я просто не знаю как. Наверняка у него на меня тоже не найдется времени. Правда? Ну, конечно. Вы это сделаете. Ой, Эмилия, ну вы просто ангел, Эмилия. Вы знаете, я думаю, лучший способ – это нагрянуть к нему домой вечером. Тогда ему некуда будет бежать и нечем будет прикрываться. Записывайте адрес. Трехпрудный переулок, дом 4, квартира 25. Спасибо. Боже. Какая красота. Позвольте, я точно такое видела у Анжелы Новицкой. Вот интриганка, а? Битый час мне доказывала, что это штучный товар. Ой. О, кстати, вы слышали? Ее ограбили. Да что? Да. Вернее, ограбили ее мужа. Говорят, он привел любовницу, и в этот момент на дом напали. Господи. Впрочем, так ему и надо. Нечего любовниц завозить при живой жене. Если честно, Софья Павловна, я ничего об этом не слышала. И кто такая Анжелика Новицкая, я не знаю. Анжела Новицкая? Стерва страшная. Позвольте, открою вам тайну. Это
кольцо делал один местный ювелир. И что-то мне подсказывает, что оно в городе далеко не одно. Но у меня такого нет. За нас. За вас. Вы обязаны принять заявление. Сколько у вас таких грамоток там сделать? Обязан. А вы обязаны следить за своими вещами. Че? Послушайте, мне очень нужны деньги. Я хотела продать машину, чтобы спасти ребенка. Примите заявление, пожалуйста. Мне нужна справка для страховой. Пусть хотя бы выплатят компенсацию. С этого бы и начала. Значит, срочно понадобились деньги и сразу угнали машину. Как неудобно. Еще и ребенком прикрываешься. Не стыдно? Я говорю правду. Я такой правду за всю жизнь. Ну, сколько видел и слышал. И вообще-то, гражданочка, у меня по закону обед. Я же переживаю за него. Вы же понимаете мое состояние. Здравствуйте, вы доктор? Здравствуйте, да. Вы тут работаете, да? Да. А что у вас тут происходит? Сегодня моя подруга привезла моего сына на обследование. Обещала перезвонить, и не перезвонила. Мне сказали, что его госпитализировали. Но в какой палате, не говорят. Лев Томилин, может, вы знаете такого? А, Лев Томилин, знаю, конечно. Это прямо по коридору, 9-я палата. Вы Вера, подруга Евгения. Можно и так сказать. Можно. А мне кажется, вам очень повезло по жизни с подругой. Она для вас все сделает. Что с Левой? Почему его оставляют в больнице? Он в опасности? Я как раз хотел с вами это обсудить. У него фибрилляция предсердий и отек легкого. Это очень серьезно. Ему требуется операция. И чтобы избежать необратимых последствий, нужно, чтобы он находился здесь под присмотром врачей. О, Господи. Господи. Мне срочно нужны 25 тысяч долларов на операцию сына подруги. Ждать нельзя, она потом все отдаст. Угу. Что, ты вообще? Я не доиграл вообще-то. Мне срочно нужны 25 тысяч на операцию Леве. Что, раньше нельзя было сказать? Я уже одолжил Алине. Алине? Ну да. Она попросила. Попросила тачку посмотреть, ей помочь. А денег не хватило, но я занял 30 штук. Что? Все, денег больше нет. Если только у отца просить. Ты дал Алине такие деньги, ничего мне не сказав? О чем ты думал? Что вообще этой Алине нужно? Женя, я эти деньги сам зарабатываю. Что ты меня отчитываешь, как мальчика? Да? А что тогда всеми твоими деньгами до сих пор занимается папа? Потому что папа лучше в этом разбирается. Если так приспичило, могла бы и своих дать. Очевидно, ты не в курсе, но у меня нет таких денег. Жень, ну не злись. Ну, отдай планшет. Это подарок. Лёва, тебе нельзя волноваться, даже из-за игры. Зачем вообще этот дурацкий планшет купили? От него только глаза портятся и мозг тупеет. Неправда. Женя сказал, что он безопасный. И игры есть развивающие. Много знает твоя Женя. Знает. Отдай планшет. Ну, хорошо. Только поиграй в другую игру. Тебе нельзя волноваться. Женя сказал, что меня здесь вылечат. А это она правильно сказала. Я хотела продать машину, чтобы оплатить операцию, но ее угнали.
полиции не принимают заявления и не дают справку для страховой. Но завтра утром я постараюсь снять все, что у меня есть на счету, и я думаю, что этого хватит для аванса. Сейчас банк уже закрыт. А где именно не приняли заявление? Вас, генерал Шевченко. Да? Угу. Слушаюсь. Все сделаем в лучшем виде. Но машину, как ты понимаешь, они не найдут. Главное, что дали справку для страховой. А когда ты ела в последний раз? Неважно. Важно. Важно. Поехали поужинаем. Я обещала Леве, что приеду к нему. Он сейчас с матерью. Она примчалась в клинику. Искала его. Почему ты ей ничего не сказала? Она же мать, она волнуется. У меня украли сумку и телефон, я не могла. Ну да, ясно. Но поесть в любом случае надо. Я настаиваю как врач. Слушай, мне сейчас не до романтики. Я не поеду в ресторан. Для тебя туда никто не тащит. Жень, я не стал пока говорить матери Лёвы. Скажу тебе, он в очень плохом состоянии. Если он выйдет из операционной, это будет чудом. Я думала, врачи не делают таких прогнозов. Это не прогноз. Я много чего в жизни видел. И знаю, что чудеса случаются. Я так понимаю, ты единственный близкий человек для своей подруги. Просто на всякий случай. Чтобы ты знала, что делать, если вдруг что. А сейчас поехали ко мне домой, я и сам поем, тебя накормлю, ну и поговорим в нормальной, спокойной обстановке. Поехали. Опять решил прикрыться мной перед маминой протеже? Да еще и под таким предлогом. Че ты психуешь? Я не шучу такими вещами. Сейчас я узнаю, что она хочет. Подожди. Здрасте, Эмилия. Какими судьбами? Здравствуйте. Прошу прощения, что помешала. Я решила поговорить о вашей матери и взяла на себя смелость приехать к вам домой. Я думаю, что сейчас не лучшее время говорить о моей матери. Может, завтра вы сможете уделить мне полчаса своего времени? Это действительно важно. Завтра с удовольствием. Тогда держите мою визитку. Я позвоню. Красивая невеста у Хаткевича. Наверняка ему пришлось отбивать ее у других претендентов. А при чем тут Хаткевич? Ну, ваша подруга Евгения. Они с Хаткевичем объявили на днях о свадьбе. Вы не в курсе? Жень, да подожди! Да подожди, я же тебе говорю, стой! Стой! Быстро ты с ней разделался. Ты хотя бы разберись, какие у тебя девушки почетным, какие по нечетным дням. Может, ты себя начнешь почетным по нечетным? Ты правда замуж собралась? Тебе не касается моя личная жизнь. Ошибаешься. Касается. С тех пор, как ты в мою влезла. Ты себе льстишь. Эмилия так Эмилия. Делай, что хочешь. Подожди. Мне не нужна Эмилия. Мне ты нужна. Яичницу любишь? Где моя обувь? В коридоре. Больше ничего не хочешь мне сказать? Мне нужно идти. Зачем тебе пистолет и почему он не в сейфе? Че ты так нервничаешь? Я думал, ты с оружием на ты. Это не игрушки, это огнестрельное оружие. Я тебя умоляю.
Но мы с тобой не в чеховской пьесе. Жень, ну что случилось? Останься, позавтракаем. Или тебе надо бежать? К свадьбе готовиться. Мне нужно заниматься деньгами и договором. Очень хорошо. Прекрасно. Где ты была? Где? Я обзвонил все больницы, все морги. Отпусти меня, мне больно! Меня угнали машину и украли сумку с телефоном. Я ночевала в больнице у Лёвы. Его вчера положили, будут оперировать. Чё за жизнь? Всю ночь волновался. Но у меня тренировка с утра. Извини, мне нужно в душ. Хорошо, конечно. Жень, слушай. Нас родители ждут на обед. Давай к ним поедем. Один я возьму отца на мальчика. Спасибо тебе. Ты очень хороший. Мне удалось узнать, что Евгения Александровна Лисицына действительно воспитывалась в детском доме после смерти бабушки. Мама умерла при родах, об отце ничего не известно. Что-то еще было после детского дома? Да, в 16 лет она забеременела. Но родила или нет, установить не получилось. До 16 лет она занималась секцией пулевой стрельбы. Хорошо стреляла. Ее даже метили в олимпийские резервы. Потом, судя по справке об окончании вечерней школы, она поступила в затрапезный институт. Училась хорошо. Параллельно она работала официанткой, уборщицей, сторожем. После года учебы она перевелась в хороший университет на коммерческий факультет. На третьем курсе она стала стажером пиар-компании. И там поперла. Что вы имеете в виду? Но она работала как волк. Делала карьеру. Нет, в принципе, она хорошая, хорошая девочка, хороший человек. Она вон больного мальчугана в клинику пристраивает. Одно плохо. Она это, сыну вашему изменяет. И у вас есть доказательства? Почему вы решили отказаться от свадьбы? Вы и благотворительность. Что-то случилось? Ничего не случилось. Просто я изменила свое мнение. А почему именно дети? Не собачки, не кошечки, а дети. Вы так любите детей? Мам, а почему нет? У Жениной подруги с ребенком случилась беда. Это ее очень впечатлило. Пап, мне, кстати, нужны 25 тысяч долларов. Или сколько там, Жень? Зачем тебе понадобились такие деньги? Позволь узнать. Мальчику надо помочь. Не жаль, но ты израсходовал лимит. Остальные деньги в обороте. И их не так-то просто выдернуть. Мне понадобится минимум недели две. Ну, тут займи своих, у тебя же есть. Я не располагаю такими суммами. Извините.
Эмилия, здрасте, это Вадим. А вы не могли бы заехать сегодня ко мне вечером? Тук-тук. А что мы делаем? Оборвать нас решил. Господи, ну я так и знала, что все это ради денег. Каких денег? Вы же не располагаете такими суммами. Вы даже в долг собственному сыну дать не можете. Не наглей, деточка. Лучше посмотри, что я хочу подарить вам на свадьбу. Это твой сын? Вы что, за мной следили? Нет, ну зачем? Не я. Специально обученные люди. И поэтому я все про тебя знаю. И про ребенка. И про то, что ты спишь с этим доктором. И мой тебе совет, деточка. Никогда не связывайся с людьми, которые могут защитить свою семью. И свои деньги тоже. Вы что думаете, что я с вашим сыном из-за денег? Ну, конечно. А из-за чего еще? Вы вообще ничего не понимаете. Пошла вон отсюда. Интересная у вас квартира. Да. Картины подлинники. Увлекаетесь искусством? Подарки пациентов. Неплохо. А вы? Я воздержусь. Встреча важная. О чем вы хотели поговорить? О вашей матери. Она очень одинока. Ну, знаете, она всю жизнь к этому шла. Да. Ну, отлично. Я тоже скоро подъеду. Нужно бежать. Вас подвезти? Нет, спасибо, я сама. Я надеюсь, нам все-таки удастся поговорить о вашей матери и не только. И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», — сказал лис, — «но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Вот уж не ожидала. Левушка. Левушка, ну прости меня. Я вчера полдня провела в полиции. У меня угнали машину и украли сумку со всеми деньгами и телефоном. Теперь я пришла и буду с тобой, пока ты не поправишься. Ты мне еще вчера пообещала, а сама не приехала. Я приехала. Просто ты был с мамой в палате, я не хотела вам мешать. Видишь, сколько вещей? Я даже пару дней не буду появляться дома, чтобы побыть с тобой. Софья Павловна, а вы что здесь делаете? Ну, у Вадима сегодня встреча с Эмилией, я решила вот таким образом скоротать вечер. Лёшкина мама поехала за его вещами, а мы тут читаем «Маленького принца» Антуана де Сен. Экзюпери. Молодец. Софья Павловна, а вас дома кто-нибудь ждет сейчас? А какое это имеет значение? Большое. Я все прекрасно понимаю, на вас не сержусь.
Да что вы знаете об одиночестве? Я знаю об одиночестве абсолютно все. Кофе? Пожалуй. Мы сейчас придем. Какой же здесь невкусный кофе. Ну, знаете, если поставить здесь итальянские кофемашины, то цены вообще станут неподъемными. А знаете, Женя, ваш Лёва очень напоминает мне нашего Кирюшу. Вы даже представить себе не можете, как мне его не хватает. Любовь к внукам – это совсем другое, чем любовь к детям. Она более осознанна, менее эгоистична. Я бы все отдала. Лишь бы лучше. Все в порядке, мам? Да. Жень, пойдем, нам надо поговорить. Да, идите, идите, Женя, я побуду на солю. Женя? Жень, ты дома? Мама, что ты сказала Жене? Она сбежала! Что за фигня? Верни ее немедленно! Да что ты несешь? Какой мужчина еще? Артемий, Евгения. Евгения – это близкая подруга мамы мальчика. С ней можно обсудить все вопросы. Здравствуйте. Я просмотрел документы, абсолютно согласен с Вадимом. Нужна срочная операция. Какие у него шансы? Какие бы ни были у него шансы, его нужно оперировать. Вариантов нет. Операция назначена на утро. Но у меня нет денег. Ничего страшного, я пока внесу свои, там разберемся. Мне пора. Я буду в клинике в 7. Вадим сам расскажет про пооперацию. До свидания. Давай. Я знаю про Станислава. Если ты собираешься за него замуж, то зачем осталась? Все закончилось, я ушла от него. Если тебе некуда идти, оставайся у меня. Здесь холодно. Температуры нет. Это нервный приляг. Давай, давай. Thank you.
Ты не берешь трубку, мама? Хорошо. Ты всю жизнь меня контролируешь. Все должно происходить так, как хочешь ты. Но я не хочу. Я жить не хочу больше, поняла? Прощай. Скажите, где Лёва? Его нет в палате. Он уже в операционной. О, Евгения, вот, Вадим Николаевич присел вам передать. А где операционная? На втором этаже. Но вам туда нельзя. Давно он там? Уже 3 часа. Это плохо, да? Это очень плохо, да? Прекрати. Мне нужна наша поддержка, не истерики. Да что ты вообще об этом знаешь? Тебе-то что? Твоя жизнь вообще никак не изменится, если он не выйдет из этой операционной. Это у меня весь мир рухнет. Он еще слышит. О, господи, неужели мы опоздали, господи? Что случилось? Кому-то плохо? Да, дайте ей успокоить. Нет, 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 со мной все в порядке, пожалуйста. Мамочка, 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 я 20 лет работаю с детками и знаю, как они чувствуют свою мать. Идемте, идемте, мы сделаем один уколчик, и все, вы потом вернетесь сюда, и вам будет легче, и вашему ребенку. Второй подъезд, 7-й этаж. Предположительно, попытка самоубийства. Человек еще жив. Это кто? Хаткевич? Только попробуй проболтаться кому-нибудь. Вылетишь с работы в тот же день. Нужно уложить его на бок. Давайте. Ну где скорая? Что с моим сыном? Сыном? С вашим сыном все в порядке, Евгения. Вадим! У Лёвы теперь 2 дня рождения. Операция была очень сложной. 2 остановки сердца. Если бы не Вадим, до вечера Лев будет под наблюдением врачей. Минимум 4 часа он должен быть под наблюдением. Если он все-таки принимал эти таблетки сам, то нужна консультация психиатра. О, Господи. А можно обойтись без больницы? Я привезу любые лекарства, заплачу любые деньги. Попробуйте помочь ему здесь. В принципе, состояние его не критическое, но где гарантия, что он опять не начнет глотать таблетки? По инструкции я обязан отвезти его в больницу. Я компенсирую нарушение инструкции и прослежу, чтобы он больше ничего не пил. Но спасать вы его будете именно в этой квартире. Готовьте раствор сульфата магния. Лёва. Все хорошо. Лёва пока под наблюдением врачей, но все будет в порядке. Спасибо. Спасибо, что спасла моего сына. Больше мы тебя не побеспокоим. Но я очень сильно хочу помочь ему. Ему же потребуется повторный осмотр, реабилитация. Я все это могу сделать. Уходи. Уходи, занимайся своей жизнью. У меня больше нет своей жизни. Наша жизнь никогда твоей не станет. Уходи.
Туда нельзя. Важное совещание. Когда будет можно? Я не знаю. Ясно. Спасибо. Дайте мне, пожалуйста, счет за операцию Льва Томилина. Вы себя хорошо чувствуете? Может, давление померим? Нет, спасибо. Вот, пожалуйста, передадите матери. Сама оплачу. Здрасте, Эмилия. А хотите продолжить вчерашний разговор? Вадим, перезвони мне, пожалуйста, нам очень нужно поговорить. Да, босс, слушай, извини, не до тебя сейчас. Какие журналисты в офисе? В смысле пропал? Он пришел на присуху? Никогда больше не звони сюда, ясно? Из-за тебя мой сын чуть не умер! Знаете, Софья Павловна так и не смогла дозвониться до вашего отца. Она ужасно переживает. Вы с ним поддерживаете связь, как он? Знаете, Эмилия, забота о пожилом человеке – это очень мило с вашей стороны. Я предпочитаю обсуждать отца лично с матерью. Она говорит, у вас нет на нее времени. Катенька, повтори, пожалуйста, и счет принеси сразу. Отвезти вас домой? Нет, спасибо. Я же не маленький. Сам справлюсь. Спасибо. Вообще, меня в последнее время женское общество напрягает. Самому проще. Вадим, что происходит? Ничего не происходит. Просто все лгут. Лгут и лицемерят. Вадим, тебе нельзя за руль в таком состоянии, слышишь? Ты что тут делаешь? Лапуля, это слишком затянулось. Сколько еще ждать? Скоро, он уже на крючке. Ну ты и стерва. И хватило же у тебя наглости явиться сюда. Из-за тебя мой сын чуть не умер. Мне нужно с ним поговорить. Пошла вон отсюда. Иначе я передам журналистам всю информацию о тебе. Можете ни в чем себе не отказывать. Мне тоже о вас есть что сказать. Если бы вы не лезли ни в свое дело, ничего бы не случилось. Пошла вон. И больше никогда сюда не приходи. Охрану я предупрежу. Между прочим, я здесь живу. Здесь живет мой сын. А ты временная приживалка, которую при желании можно заменить. Леночка, хорошо, что ты пришла. Вот оно что. Так бы сразу и сказали, что у вас своя невеста для сыночка имеется. Как он? Что случилось? Пойдем, я тебе все расскажу. Слава богу, скорая быстро приехала. И с этой покончено. Он больше не хочет ее видеть. А ты прибери здесь и свари рис. В смысле, свари рис?
Я пробуду здесь 2 дня. За 2-й день можно, я заплачу завтра. Конечно, как посчитаете нужным. Можно мне, пожалуйста, чаю в номер? Да, конечно. К чаю желаете что-нибудь? Нет, спасибо. С вами все хорошо? Угу. Лучше не бывает. Доктор сказал, что уже завтра ты можешь приступить к тренировкам. А сегодня нужно записать и разместить в интернете видео. И убедительно соврать, почему тебя не было на пресс-конференции. Я ни на какие тренировки не пойду. Почему? И постить ничего не буду, пока с Женей не поговорю. Сынок, если бы Женя тебя любила, она бы не бросила тебя. И не закрутила бы роман накануне свадьбы. Но зачем тебе эта двуличная женщина? Мама! Женя не могла мне изменить. Это ведь ты подстроила, да? Признайся, ты ведь никогда ее не любила. Я должен сам с ней поговорить. А до этого я с места не сдвинусь. Хорошо. Хочешь Женя, будет тебе Женя. Алина, детка, мы уходим. Ну, я еще рис не сварила. Сейчас придет кухарка и сварит. Здравствуйте, я хочу узнать про состояние Льва Томилина. Без изменений, да? Спасибо. Где Станислав? Он же должен был приехать. А я думала, ты умнее. Это я писала тебе. Станислав хочет, чтобы ты вернулась. Я вам что, котенок? Хочу выбрасываю, хочу возвращаю. Ну, как-то так. Вот пусть Станислав сам мне позвонит и об этом скажет. И мы сами все с ним решим. Я знаю, что вы мне не верите, но я действительно любила вашего сына. Любила? Да. И все еще уважаю. А теперь идите. Командовать будете своей прислугой. Добрый день. А Вадим дома? Евгения, вы немного не вовремя. Вадим спит. Ему что-нибудь передать? Ничего. А как там Станислав? Передавайте, что мы за него болеем.
Скажи мне, что случилось? Недоразумение. Перепутал таблетки. Вместо витамина выпил лекарство мальчика. Ты что, издеваешься? Да ты издеваешься. Кто это такой? А? Почему ты садишься в его машину? Это кардиохирург Вадим Сафронов. Он оперировал моего сына. Лёва мой сын. Что? Я вообще ничего не понимаю. Ты скрывала ребенка? Это долгая история. Мне пришлось отказаться от него сразу же после рождения. Но теперь он снова вернулся в мою жизнь. А скрывала я тебя, потому что я не знала, как ты это воспримешь. Шенечка, ну как я могу это воспринять? Я вообще-то люблю детей. Я хочу, чтобы мы нарожали кучу с тобой. Твоему тоже поможем. Как у тебя все просто. А чего? Чего усложнять-то? Пацан в порядке? Угу. Жень, слушай, ну надо поскорее сыграть свадьбу. Как ты хотела. Золушка, замок. И надо засветиться, чтобы все о нас писали. И не только у нас, но и в Англии. Жень, ты меня слышишь? Надо заметить эту сегодняшнюю фигню. Угу. Да. Свадьба, побольше внимания. Угу. Твоя карьера. Да, кстати, мама права. Я прекрасно тебя слышу. Мама права. Нам надо засветиться перед журналистами. Да, чтобы вся эта новость с отравлением оказалась. Угу. Слушай, сегодня все собираются. Ты посмотри там адрес, напряглась. Хорошо? Приготовь поесть что-нибудь. Я очень проголодался. Привет. Попозже подойду. Станислав, ты чем вообще думаешь? Мать сказала, траванулся. Журналисты говорят, в окно выбросился. Ты понимаешь, что ты можешь трансфер сорвать? Годы твоей и моей работы коту под хвост. Ничего страшного не случилось. Я просто траванулся, и все. С кем не бывает. Ладно, проехали. День свадьбы назначили? Да. Кстати, у нас свадьба во Франции. Женя хотела замок. Будет ей замок. Во Франции? Да. Так ты гений, мальчик мой. А что? Перед французами тоже надо засветиться. Полетим всей командой, и я вырвусь. Очень на вас рассчитываю. Да, надо разрешение у доктора спросить. Кстати, а вот и он. Добрый вечер, Вадим Николаевич. Здравствуйте. Хочу познакомить вас с нашей звездой Станислав Хаткевич. А это его невеста Женечка. Кстати, они свадьбу решили сыграть во Франции. Вы меня отпустите? Конечно, отпущу. Я бы сам слетал, времени нет. Скучно здесь, да? Поехали ко мне? Ну, пока. Всего доброго. Да, я сейчас. Жень, ну чего ты грустишь? Дай шампанского, пожалуйста. Что такое, Жень? На, выпей. Слушай, мне что-то очень нехорошо. Я, наверное, поеду домой. Жень. Женя! Станислав! Станислав, на минутку. Я должен познакомить тебя с одним важным человеком. Что вы здесь делаете? Вам сюда нельзя, его только перевели из реанимации. Я ненадолго. Вот, возьмите. Тут $25,000. Свозите Леву на Мальдивы или в Диснейленд. Как хотите. В этом вы вся, правда? Ребенка после операции на Мальдивы. Вы это серьезно, да? Заберите ваши деньги. Нам не нужны ваши подачки. Я просила вас, займитесь вашей личной жизнью и оставьте нас в покое. Я вас услышала.
А я хочу на Мальдивы. Я видел в интернете, там можно поплавать с аквалангами, посмотреть на рыбок. Лёва, сейчас не дохочу, не хочу. Ты должен спать. Мама права. Спи и выздоравливай. Я соскучился. Я тоже соскучилась. Очень. Но сейчас нужно быть молодцом и ложиться спать. А ты еще ко мне придешь? Конечно, приду. Только ты выздоравливай. Зачем вы ему пообещали? Я же надеюсь, вы не будете сюда ходить каждый день. Не переживайте, вас больше не побеспокою. Пообещала, потому что хочу, чтобы он лег спать. Заодно вы сможете ему рассказать, какая я плохая, в отличие от вас. Скажи мне, пожалуйста, а в этом доме кофе есть? Сейчас сделаю. Я жду. Вперед и не рыпайся, иначе пристрелю тебя или ее. Бери стул. Встань по центру. Привяжи ее. Слушай, парень, ты не глупи. Тебе чего надо? Заткнись и делай, что тебе говорят. Если денег, так я дам и разойдемся с миром. Сказали, клуб на себя все возьмет. Дом снимут, вещи перевезут. Ну. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Ты же лежать должен. Некогда лежать, надо в Англию лететь. Улетаешь все-таки? Ну да. Сам? Да. Женька? Помирились, значит. Я буду очень по тебе скучать. Ты чего? Ты же еще не уходишь? Ну, вообще-то я на секунду зашла. Но если ты хочешь, могу остаться. Ну, оставайся. Женька все равно уехала. А я как дурак тут один торчу. Что будешь пить? То же, что и ты. Налей. Где сейф? В спальне, в шкафу с вещами. Попробуй открыть. Аккуратно! Это Ван Войт. Добрый вечер. Алло, скорая? У нас тут черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение. Трехпрудный переулок, дом 4, квартира 25. Вы закончили? Уводите его. Ах ты ж, тварь, ее арестуй, она меня застрелить хотела! Тише, не надо кричать. Так, дамочки, теперь вы... Как грабитель попал в квартиру? Вы что, забыли закрыть дверь? Конечно, я не забыла закрыть дверь. Я не знаю, как он туда попал. Направил на Вадима в коридоре пистолет, заставил его меня связать. Потом оглушил. Она врет, она его подельница. Сама дверь открыла, сама впустила, сама говорила, что где лежит. Это она врет.
Она мне мстит. Вадим ушел от нее ко мне. Так, тихо, дамочки. Значит так. Сейчас мы все вместе поедем в участок. И там разберемся, кто тут кому доктор. Мне надо переодеться. Только быстро. С ним все будет в порядке. Кровопотеря небольшая, но чем-то тяжелая. Нужно делать рентген и МРТ. Пойдемте. Женьки не берет. Спит, наверное. Домой надо. Слушай, ну, давай я тебя отвезу. На новой машине. Слушай, отличный идея. Кстати, как тачка? Крутая. Знаешь, надо повесить на ней твое фото с надписью «Выбор Хаткевича». Супер. Чтобы перестали бибикать, что я так медленно тащусь на такую машину. А ты что, водитель черепаха? Хуже. Водитель улитка. Слушай, а у тебя есть дети? В смысле? Нет у меня никаких детей. Не переживай, я просто уточню. Евгения Александровна, мы вас еще немного задержим. Вы что, с ума сошли? Я у вас и так тут всю ночь просидела. Занимайтесь, пожалуйста, преступниками. Я тут ни при чем. Понимаете, пока что ваше слово против слова Эмилии Колобовой. Она дочь известного человека. В криминале не была замешана. А на вас вон уже есть уголовное дело. Убийство по неосторожности. И тоже из огнестрельного оружия. Да что же это такое? Что за бардак у вас тут творится? Здравствуй, детка. Здрасте. Женя, вы как? Мне пришлось звонить самому генералу Шевченко, чтобы узнать, куда ее отвезли. Немедленно отпустите ее. Дамочка, а вообще кто, скажите? Ну, знаете, дамочки это у вас там, в кабаре. А я, между прочим, оперная дива. Софья Павловна Полонская. Ой, да что вы в этом понимаете? У меня тут заявление моего сына, Сафронова Вадима Николаевича. Пожалуйста. Она ни в чем не виновата. Напротив, она спасла его. Ой, мне врачи сказали, еще бы немного, даже страшно подумать. Поздравляю, дождались, сам генерал Шевченко, вас. Да. Здравия желаю, товарищ генерал. Старший следователь Перебинос. Нет никаких вопросов. Мы просто выясняем обстоятельства дела. Слушаюсь, товарищ генерал. Евгения Александровна, мы обязательно вызовем вас для дачи свидетельских показаний в удобное для вас время. Мы во всем разберемся. Виновные обязательно будут наказаны. Так что вы не переживайте. Софья Павловна, большое спасибо вам за помощь. Да. Женечка, поедемте со мной к Вадиму. Он очень просил. Я хочу извиниться перед вами. Я очень вас ошиблась. Вы не ошиблись. Передайте привет Вадиму. До свидания. Давер, что с ним? Он рыдает безостановочно из-за вас. Зачем вы даете ему ложные обещания? Он ждал вас, а вы не приехали. Нет, это не из-за меня, это из-за вас. Это вы выгнали меня из его жизни. Поговорите с ним и прекратите это немедленно. Я вас прошу, пожалуйста. Как вы себе это представляете? Не знаю, ну придумайте что-нибудь. Вы же взрослая женщина. Соврите в конце концов. Скажите, что уезжаете. Я опять бросаю его.
хочу быть с тобой. Всегда. Милый мой, ты понимаешь, что это невозможно? Но почему? Ты не хочешь? Хочу, очень хочу. Леве разрешили гулять? Да, но не больше часа и на кресле в основном. Нам нужно поехать в одно место. Вы с ума сошли? Так будет лучше для всех нас. Принеси водички, пожалуйста. Тебе холодный? Ты чего сделаешь? Ты ничего не помнишь? Привет. Где Женя? Не знаю я, где Женя твоя. Она за тобой вчера так и не приехала. Я привезла тебя домой, провела до квартиры, ну и... Сань, меня прости, пожалуйста, я сам не знаю, что на меня вчера нашло. Одевайся скорее, Женя вдруг сейчас приедет. Где моя форма? Вы куда притащили ребенка? Подождите нас здесь, пожалуйста. Мама, ну пожалуйста. Возьмите зонт, дождь начинается. Туманов Дмитрий Александрович. Зачем мы сюда приехали? Это твой отец. Он что, умер? Да. Я убила его. Почему? Он был плохим. Нет, он был очень хорошим. Мы выросли с ним в одном детдоме. Мечтали пожениться и нарожать кучу детишек. Дать им все. Мы начали заниматься спортом, полевой стрельбой. Дима мечтал стать олимпийским чемпионом. И стал бы. Что случилось? Несчастный случай. Мы дурачились. И я выстрелила в него. Я не знала, что его пистолет заряжен. И поэтому он умер? Да. Мне было 16 лет, и я была беременна тобой. Что случилось дальше? Меня забрали, судили. Я родила тебя в тюремной больнице. Меня заставили отдать тебя. Я не знала, что будет со мной дальше. При других обстоятельствах я бы ни за что не отказалась от тебя. Честно? Конечно. Все это время я жила без части себя. Теперь появился ты, и все стало на свои места. Ты часть меня. Я тебя очень люблю. Я тоже люблю тебя, мама. Но теперь ты можешь меня забрать? Нет. Мама — это та, которая вырастила. Твоя мама — Вера. Это неправильно появиться из ниоткуда. И забрать тебя. Это жестоко. А видеться мы сможем? Нет. Я не имею права лезть в вашу жизнь.
Этот твой футболист меня не хочет. Не плевать, чего хочет мой футболист. Просто ты не игрушка, понимаешь? Нет, я не понимаю. Отвези меня назад в больницу. Лёва, подожди, кресло. Я надеюсь, вам удалось его убедить, что дальнейшие встречи невозможны. Мама, пошли. Наконец-то. Жень, ну что на этот раз случилось? А? Я есть хочу вообще-то. Еда в холодильнике. Жень, что происходит? Посмотри на меня. Дома ты не ночуешь. Про меня забываешь. Что за дела? Ну, не такие важные, как у тебя. Зачем ты мне даешь свои вещи? Затем, что это не мои. Понимаешь, Стас, семья — это не игра в одни ворота. Мне тоже хочется, чтобы обо мне заботились. Жень, не обещаю, я исправлюсь. Буду внимательней. Поедем в Англию, новую жизнь начнем. Никуда мы с тобой не поедем. Жень, ну это мамин шарфик. Так, ну что у нас здесь? Ну, в целом все в порядке. Давление понижено. Сердцебиение учащенное. Нарушен постельный режим. Ай-яй-яй. Женя взяла его на прогулку, и он перенервничал. Оставьте нас, пожалуйста, на пару минут. Конечно. Ну, Лев, рассказывай, что случилось? Мама, в смысле Женя, повезла меня на кладбище. Так, зачем? Чтобы показать могилу папы. Вот с этого момента давай поподробнее. О, Алина, привет. Давно не виделись, какими судьбами? Чего тебе? Да я шарф забыла. Видишь, любимый, это все-таки не мамин шарф. Запасной игрок, может мне все-таки провести курс молодого бойца? Рассказать, чем кормить тебя на обед, завтрак и ужин. Каким порошком стирать и как гладить шнурки. Жень, ну ты чего? Это просто недоразумение какое-то. А для шнурков есть доброботница. А, нет, милая. Доброботница вещи идут, трогать не должна. Все сама, все сама. Жень, слушай. Да.
беспокоит, а? Я думал, у вас все хорошо. Еще этот скандал с отменой свадьбы перед трансфером. Ну, хочешь, я тебе прикрою? В смысле? Для тебя же главное громкое событие. Кто невеста, разве имеет значение? Для меня – да. Для публики, конечно, не очень. Ясно. Подожди. Ты правда сделаешь это для меня? Я для тебя сделаю все, что угодно. Слушай, давай попробуем, а? Ну что, нормально вроде? Что с ним? Чего? Осложнение? Это все из-за поездки? Мальчик мой, ну прости меня. Я должна была тебе рассказать. С ним все в порядке. Я его смотрел. Я серьезно поговорил с его мамой и попросил исключить любые эмоциональные потрясения. Теперь я, как лечащий врач, говорю с тобой. Ты должна с ним видеться как можно чаще. Вера дала согласие на эти встречи. Правда? Спасибо. Ну что, мир? Мир. Так, я тоже хочу участвовать в этих встречах, не только как лечащий врач. Позвони маме. Мне кажется, я знаю, что она чувствует. Мам! Мама, ты где? О-о-о! Так. Мама, что случилось? Ты мне не заболела? А? Нет? Что случилось? Мы развелись с твоим отцом. Он вещи собрал и... ушел. Мам. Ну вот что я теперь? Совсем одна. Мам. Ты вырос. У тебя своя жизнь. Мам. А я никому не нужна. Видишь, какая была красивая. Да ты сейчас очень красивая. Все нам... в прошлом. Ты нам очень нужна. Мы у тебя есть. Мам, прости, что я был таким сыном, что я думал только о себе. Да я все понимаю, сыночек. К тому же и я тоже была тебе не лучшей матерью. Ну, знаешь, не каждому... попадает честь родиться у легенды. Да. Я брала фан. В третьей октаве. Mm-hmm. Я помню. Mm-hmm. Мам, Лёва выписали из больницы. Да? Да. Ой, ну слава богу. И? Мы с Женей хотим это отпраздновать, устроить небольшой пикничок и будем счастливы, если ты к нам присоединишься. Присоединиться к вам? Да пусть она немедленно везет его к нам в дом. В этом доме давно уже не слышали детского смеха. Что ты сидишь, как истукан? Звони ей, звони. Мне надо привести себя в порядок и распорядиться, чтобы накрывали обед. Звони немедленно. Звоню. Звони. Звоню. Оксана Дмитриевна, за мной. У нас очень много с вами дел. Мам, я тирамису буду. Оксана, Оксана Дмитриевна. Поторопитесь, гости скоро приедут, у вас десерт не готов. Извините. Мам. Мам. Ну что? Ну зачем ты так? Ну, десерт все равно в конце подают. Нет. Сегодня все должно быть идеально. А? Красота. А если она до сих пор не научилась работать, то я ее научу. Здрасте. Кто к нам приехал? Ой, мой дорогой. Ты подрос или мне кажется? Какой у тебя змей. Спасибо, Женя, что привезла его к нам. Будем запускать? Да.